Привет! Добро пожаловать в первый видеоблог о создании Хоббита. Удивительно быть снова здесь. Это Бэгон. Он отстроен один в один с тем, что был создан для Властелина Колец на нашей студии Б, здесь, в Веллингтоне. На сегодняшний момент съемки уже идут несколько дней. Я хочу воспользоваться возможностью и провести небольшой экскурс в процесс создания фильма. Расскажу об этапе подготовки, предшествующей первому дню съемок, и надеюсь, что вы будете с нами последующие 2-3 года. До скорого. О, да вы в 3D. Хорошо выглядишь. До встречи. Это очень красиво выглядит, и на рисунках круто смотрится. Представь, он такой стоит, и тут всем телом. На-на! Мы хотели создать нечто, совершенно не похожее на человека. Мы делаем небольшое видео для блога. Передайте фанам привет. Привет, фаны. Какие застенчивые эти художники. Теперь идем в гардеробную. Посмотрим на костюмы и грим гномов. Это всегда интересно. Не думайте, что я покажу вам все. Мы прибережем кое-что на будущее. Но небольшую экскурсию в гардеробную я вам организую. Тут все очень заняты, огромное количество людей работает над громадным количеством костюмов. Очень много интересных текстур и деталей. Тут очень круто. Как будто мы находимся в большой лавке какого-то волшебника. О мой бог! Привет! Знакомое местечко, залы дома Элронда. Точная копия тех, что были во Властелине Колец. На самом деле, вон там на балконе и проходил совет Элронда. Именно там было создано братство, и Фродо взялся доставить кольцо в Мордор. В Хоббите вы увидите много новых мест Ривенделла, много очень клевых мест. Но пусть это будет сюрпризом. Посмотрим, что там наверху. Вот мы и здесь. Я уверен, вы узнаете статую Нарсил и сломанный меч. Разумеется, во времена Хоббита меч будет лежать здесь. У меня странное ощущение, когда я нахожусь здесь. Ведь все это было лет 10-11 назад. И теперь я возвращаюсь сюда снова. Как будто мне удалось самому оказаться в фильме. И это замечательно. Да. Вот тут мы будем снимать. Самое начало съемок. Туннели гоблинов под Мглистыми горами. Это знаковое место в Хоббите. Именно здесь Бильбо повстречается... Ну вы знаете с кем. Если читали Хоббита. Пусть это станет сюрпризом для тех, кто не читал. Итак, это в своем роде совокупность пещер. Тут есть небольшие проходы, ведущие вниз, так и клаустрофобию можно заработать. На самом деле, чтобы иметь возможность снимать, мы сделали все стены раздвижными. Так, чтобы большие камеры могли работать под тем углом, что нам нужен. О боже. Только посмотрите на это. Выглядит как нога. Или рука. Сам не знаю. Но выглядит жутковато. Ух. Окей. Now I know exactly what you're talking about.
Это не совсем репетиция. Актеры находятся в месте будущих съемок и обсуждают сцену. Потому что прежде чем начать снимать, мы должны все спланировать. Будет хорошо, если ты заходишь и понимаешь, что у тебя к ноге что-то прилипло, и ты пытаешься от этого избавиться. Будет здорово. Будет просто здорово, когда все будут в гриме и костюмах. В углу стола будет сидеть Килли. Рядом с Килли Филли. Потом Дори. Дори. Потом Нори. О боже. Ори, Дори, Нори, Бефур, Бомбур, Ори, Дори, Нори. Нори, Дори. Это кошмар. Тут будет сидеть Гэндальф. Еще огонь будет гореть. Я чувствую, что сегодня все пройдет очень удачно. Ты тоже так считаешь? Вся сложность в том, что в комнате будет сидеть 13 гномов. Ну, хорошая новость для тебя. Ты хотя бы не будешь в толстом костюме. Нет, нет, конечно. Я всего лишь буду в костюме с накладным носом, бровями, париком, усами и бородой. 1-0. Ты вечно выигрываешь. Ну, мы можем сообразить какой-нибудь вентилятор в твоей робе. В своем роде устроим кондиционер. Обещания, одни обещания. Я официально первый участник съемок «Хоббита», которому делают грим. Официально, да. Это потрясающе. Меня зовут Ричард, я из Лондона. Я бы хотел выразить благодарность от лица всех присутствующих здесь в качестве гостей за эту церемонию, за этот праздник, за ваше музыкальное благословение и за ваш радушный прием. Для нас большая честь оказаться здесь. Для всех, кто так долго ждал начала этого невероятного приключения. Да, съемок фильма «Хоббит». Я хотел бы пожелать удачи, здоровья и гармонии. Мартин тоже хочет сказать пару слов. Спасибо. Меня зовут Мартин Фриман, и я тоже в команде. В общем, он уже сказал то, что я заготовил на языке маори. Присоединяюсь к Ричарду, мы долго к этому шли. Дольше, чем даже могли представить. И теперь, на финальном этапе нашего пути, мы все еще одна сплоченная команда. Как и тогда, когда наш путь только начинался. Благодарю вас от всей души. Привет всем, меня зовут Энди Серкис. Я представляю ту часть команды, которая вернулась сюда вновь, чтобы отправиться в путешествие. Мы говорим огромное спасибо за ваше невероятное радушие и за возможность поделиться нашим огромным желанием рассказать еще одну удивительную историю в этой восхитительной стране с такими прекрасными жителями. Благодарю вас. Знаете, долгое время я думал, что повторять удивительный путь, который мы прошли, делая фильм «Властелин колец», не самая лучшая идея. Но сейчас я полностью изменил свое мнение. Да, делать фильмы трудно и нервно, но это потрясающе работать с такими людьми. Тот факт, что мне снова выпал шанс работать с нашей старой командой, с давними друзьями и обрести новых друзей уже достаточно, чтобы быть здесь. Я очень взволнован. Если сейчас кто-то ко мне подойдет и скажет, что можно провести еще одну предсъемочную подготовку, которая займет 6 недель, я отвечу «нет, нет, черт побери». Начинаем снимать.
Начало съемок. Мотор. В земле была нора, и в этой норе жил хоббит.